Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте. Сегодня у нас вновь ветер. Значит, сегодня съемка будет опять только на экшен. Дует так прилично. Погода минус 15 градусов. Ветер до 9 метров в секунду. Ну и сегодня попытаюсь поточить крючки. Снимать я это не буду, потому что могу просто нецензурно выражаться при этом. Очень сильно. Посоветовал это сделать один человек в комментариях. Сказал это ему как пописать так же легко. Но я не знаю, какие он крючки имел в виду. Он говорил, что точить надо надфилем. Не понимаю, как надфилем поточить вот такой крючок, у которого обломано жало. Но я попытаюсь, купил напильник специально новый и буду пробовать точить. Хороших напильников не нашел, нашел только хреновый. Буду пытаться им. Если нет, так завтра просто поменяю, приеду и все перемет, как это делал обычно. Ладно, пойду сначала проверю тот с пружиной, а потом возьмемся за этот. Ворон уже выписал круг. Потом, смотрю, второй пролетел. Это два штуки сегодня летают тут. Проверять как-то будет, наверное, не с руки мне. Так, чтобы отвернуться от ветра. Ветер сегодня нестандартный, юго-восточный. Так что берет не с той стороны, откуда ожидаешь. Попробуем как-нибудь так отсюда, чтоб не дуло морду лица. Пустой крючочек. Тут у меня все острейшее. Еще один пустой крючочек. Вот он. Вот он. Шнурочек. Заглотивший шнурочек. Эть, не путать мне здесь ничего. Вот так, улыбайся. Улыбайся. Два штуки. Мелкий. Этот вообще не заглотил. Так, вот что я не сделал, так это ершей в садок не, ой, в этот, в бетон не насыпал. Надо идти насыпать.
помноживлять. Вот так сегодня на этом перемете. Сейчас быстренько это все дело наживлю. И будем проверять тот. Ну что, посмотрим, что здесь, сколько рыбы тут осталось. И была ли она вообще. Глянем. Я, в принципе, ни о чем не жалею. Сорожку я посидел отлично. Даже не отлично, а классно. Так что пофигу на налимов. Телепает, сидит. Стоять, Ирко. Как не глотал налим, так и не глотает. Ну-ка, что-то там далеко нет. Брусгарик. Стой. Ходи обратно. Давай, давай, ищи свою дырку. Такой вальяжно, потихонечку уходит. Во, втопил. Соплей сразу, руки мерзнут. Сопли не кайф, нифига. Контакт уже почти ушел. Все, он просто снял крючок и все. Трешечка. На ерше еще несколько штук сдохло. Я не рыбачил сегодня ерша. В принципе, в натяг, наверное, хватит.
Завтра надо рыбачить. О, тут-то нехило так мотал он. Закрутил вон как аж. Вот там снулый сидит. А тут даже с кусочком шкуры. Вот он тут мотал нам. Давай раскручивайся. Крючки вот эти новые вообще дерьмовые. Вот кончик прям у них отгнивает. Раньше совдеповские крючки были белые такие. Вот тем пофигу. Наточил и на всю зиму. Так. Вроде зацеплен-то с краю. А нет. Желудок он на крючке. Понятно. Все с тобой. Желудок вывернул сюда. Уже как палка стоячий. Отдельная тема. О, этого сразу видно заглотил. Этого бесполезно что-то с ним делать. Цеплять потом буду. Заглот нехилый у него такой. Такой это. Как у профессиональной проститутки. Так, у этого такая же фигня. Мелочевка проскакивала. Тут то же самое, килошники. Это уже засыпать собрался. Ё-моё, откуда вы повыскакивали-то такие? Стой, стой, ты-то с краешку сидишь. Главное, мне тут не мотай. О. Всё, иди во свояси. Мотал. Так. Цепить еще же надо. Еще одного не отцепил. Да ё-моё, что это я сегодня такой рассеянный. Это в предвкушении заточки крючков. Наверное. Вот и все. В принципе, результат неплохой. 8 штук. Только что не крупный. Но это отличный налим. Нормальный. И, кстати, он весь половозрелый. Икряный. И с молоками.
Они от полукилограмма уже начинают метать икру. Ну, всем ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. И до встречи на реке, друзья.